Всем привет, where are you? Здравствуйте. Дима is not here, where are you? Террорист! И просто... Сори, я думал, это замаскированный террорист, это было логично. Знаете, что я хочу сказать? Вместе провалили, мы смогли сопроводить техника в центр управления. Знаете, что я сейчас... Зря. Мы можем сейчас выйти в лобби? Потому что... Два персонажа у нас по-прежнему одинаково... Да ладно, нормально, в следующей игре поменяются. Исправить, понимаешь? И этот, я еще щит хотел взять, потому что защищать... Да не, нормально. Просто бежим вперед. Так, чувака сопровождает... Тактика просто потрясающая. Мужчина. Лас-Вегас, огни города. Красиво так все. Автоматы торговые. Он там стреляет бешеный какой-то, кидаю гранату ему. Я, короче, шкинус. Все, могу. Его вроде не убило. Или убило. Как так-то? Да, он жив. Зай, я умер. Так, блин, я умер. Да вы че вообще, а? И он мы вперед шли затащить. Мы, да, затащить хотели всю игру. Тебе почти получилось. Почти, да, только один чувак нас убил. Ну это потому что эти не пригибут. Да, да, вы должны были отвлекать его. А он прямо нас слышал. Заложника веду. Раздевайся, господи. Граната! Надеюсь, никого там нет. Заложника вперед веди. Ого, вылетел. Иди, дохните как мухи. Заложник равно живой щит. А где заложник? Нас это учили, пока ты болел. Ничего не вижу. Все, убил все, да, гранату кинул. Гранаты в трупы кидайте. Вентиляцию. Точно. Дымовухи, вентиляцию. Покрошил. Я по лестнике наверх, кто-то через дверь идет. Давай, да прикрывайте вы меня, блин, я иду с этим долбанным парнем. Ты за нами, иди по трупам просто и все. Да хорош! Стойте, стойте, там здание вообще забей. Щит! Го! Ну чё, я выпрыгнул как один, меня расстреляли с трех сторон. Я за тебя отомщу. Давай. Я думал, пистолета хватит. Хорош. Минус 8. 50? Блокируйте проход. Что ж такое-то? Ну, так... Заходите в здание, господи. Заходи, заходи. Так там мужик сидит, как заходить это? Так не, ну убил, они заходят. Мы тут уже. Они-то снизу. А, да мы там LG такие, еее. Вот мы его довели. Control room, you know. Где-то ходил мы. Помощи была. Мужик, короче, говорит, что черт, я террорист, я не знаю кодов, я хочу взорвать дамбу. 9-11. Бум-бум-бум. 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 Empire State Building. Он вел нас сюда, чтобы сделать с нами бум-бум. Бэнг-бэнг. Короче, валите, говорит, я сам все сделаю без вас. Взорву дамбу, уходите. У него явно арабский акцент, но всем плевать, да? Я услышал. Я говорю, пальгало с чебургером и ококолой. Ококолой? Чебургер. Йококоля. Что такое чебургер? Чебургер. С чебургером. И коля-колей. Макс, смотрели? Убил. Кого? Безумный Макс новый. Не смотрели, что ли? Нет, кто его смотрит? Тут Артури вообще. Как вы не люди, вы какие-то роботы. Я второй посмотрел, мне норм. Минус 3. Как ты сдох? Минус 17. Посмотрите Безумный Макс. Посмотрите. Все, короче, пойдемте качать, смотреть. Пусть дойдет вместе до конца. Короче, увидимся потом. Мы пошли. Реально, люди, в комментариях пишите осуждение этим людям, что они смотрели. Люди вообще никто не смотрел, кроме тебя. Я один сходил в зале, сидел. С Мелом Гибсоном сидел, смотрел. Вдвоем. Пили. С Мелом Гибсоном сидел. Чебургер ел там. Чебургер ел с колой-колой. Че эта херня не работает? Подожди. Заработал. Нам по рельсам надо, пацаны, только да рельсы. В рельсах 5 полигонов, я думаю, они не настоящие. Какую цель защищать? А где он? Ты же вел мужика, куда ты его дел? Он остался один. Вон бегут, куда ты лезешь? Ой, граната, флешка. Я, говорит, очень важную миссию выполняю, веду заложника. Через 5 минут он его потерял. Уходи отсюда. Граната! Ой, Дима, прости. Извините, я задыхаю. Сзади. Уходило сзади очень много. А, да, точно. Вижу. Граната убить, отпрыгнул. Аккуратно. Тёма, живи! Живи! Тёма! Нормально, что вы... Всё, я появился сейчас, убьюсь, смотри. И умер тут же. Что ты делаешь? Просто упал, как кулечек. Кулёчек. Я убил всех.
так делается. Так найдите вход в секретную лабораторию. Это здесь. Я нашел, вон она там. Над которой написано секретная лаборатория. Стоп, да, вон туда. Да. Здесь, пацаны. Давай салютану. Куда? Что это долго взрывалось? Что это было? Короче, граната предупредительная. Кто впереди, сори. Я ничего. Все. Я тебя тоже вижу, придурок. Так убей его. И сдохни. Я тебя тоже вижу и умер такой. Зачем убивать вообще? Просто новостная. Я очень сильно. Просто сдался сразу. Тут наверное, команда не прикрывает ни хрена. Clear. В смысле мы идем, прикрываем, Тёма, да? Друг друга прикрываем, да? Да, да, да. Четыре сразу умер из-за вас. We watch out for each other. Watch out. Короче... Чибургер. Чибургер надо спасти. Спасти чибургер. И зашел. Мужик сидит. Я вижу. Я убил его. Работал человек, понимаешь? Ой, ну а еще один убил. Спасибо. И получил в спину пули 3 где-то. Кто это был, признавайтесь. Получил. Я больше не додал. О, у него синий экран смерти. Бсот. Бсот? Ага. По-моему, дамбу спасать уже не надо, у них компы не работают. Что, какие-то, блин, из деревни приехали. Не знаю, что такое Бсот. Блин, что такое Бсот. Фунный маг не смотрели. Чейбургер. Ели. Смотри, это тот чувак мертвый. Какой чувак мертвый? Где? Вон, которого мы вели, видишь, красный. Да нет, это не он. Так это он. Да не он, это точно не он. Красиво, красиво, Тёма. Спасибо. Ты не попал. Стрелял. Вот еще. Слушайте, так я в Сан-Андреас тут бегал. Я знаю это место. Да, это тоже. Я знаю, куда идти. One down. Меня убили сзади, пацаны, сзади, сзади. Еще один. Вы что, серьезно? Вы что, реально что ли умерли? Реально. Мысли. Мужик реально из-за укрытия один всех убил вас, а вы вообще его не убили. Я думаю, прикрывайте там сзади. Кричим же сзади полчаса, вообще ноль реакции. Стоп. Не, я стоял сзади Артура и смотрел, откуда по нему стрелять будут. Чтобы потом убить этого человека. Веревка, сверху. Впереди, внизу. Сзади, сверху. Двое. Не прикольно. Нет, 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 не убил. Почему Брось. Все ходят друг к другу спинами и враги тоже? Чего происходит? Какого хера? Это же реалистика. Ну. В жизни так и есть. Всего так и происходит, на самом деле. Мы прямо сейчас сидим спиной к мониторам, нормально. Вообще. Тёма, как ты умер? Ну да, я тебя не прикрыл, сори, Тёма. Не прикрыл меня никто, да. Я пытался. Открой дверь. Закрой дверь. Я говорю, закрой. Чё ты её открываешь, что враги? Я не пойду туда. Нет. У меня черный экран. Все погнали меня, блин, с укрытия, я прилипнуть не могу. Ты смотришь в пол. Ты сломанный? Дверь. Открывай. Нет. Нет, там враги. Боюсь. Не пойду туда. Больно. Страшно. Враги. Я успел человек, которого я полчаса убил. Я представляю, как они смотрят, дверь открывается, закрывается. И стволы такие разные торчат. Ладно, погнали. Хватит баловаться. Погнали. Да кто? Наверху, наверху, по центру. Сверху. Убил. Хорош. Блин, как я же раздражает, что экран ко мне. Это реалистик. Реально, в жизни, когда в тебя выстрелят, у тебя будет экран темнеть. Ты умрешь. На компе. Экран темнеет. Тихо. Тут 22 секунды. Это я гранат, наверное, закидывал на всякий пожарный. Да че, вверх-то понять вообще надо. Артур наверх вылез, умер, не лезьте наверх. В окне, короче, из окна полетело дерьмо. Тёма такой, а я говорил. Я убил его. Говорил? Я говорил. 4 секунды, Тёма. Где я отреспавнился? Вообще в какой-то низине, блин. Где в низине? Ты только за игроками мог зареспавниться. Ахаха. 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 Видите, вы что, наверх поднялись? Да. Ходит такой один потерянный внизу. Вот вход, все нормально. Еще один убитый заложник. Казатель. Же есть. Я, короче, иду. Же есть. Найдите вход вот в секретную он. Лабораторию. Апдейтед. Вон они стоят, эти чурки. А, смотри, прикольные какие-то. Написано Secret Lab. Не флешка. So прям так и написано? Да. Там флешка. Ау, по ушам. Слепят вас, а... Короче, в ушах... Ослепнем мы. Да.
там много их, Джек. Еще гражданские мертвые. Да, их там что-то еще гражданские. Так а что ты пробежал? Вот они стоят прям под лестницей. Не, я вниз спустился. Тут еще один, Тёма, прикрой, Тёма! У меня патроны! А, я убил, нормально. Хорошо. Ой, там впереди их 7 миллионов. 13, по-моему. Ух, ровно. Нифига себе, у вас там движок. Пешка, текай! Что-то вот, короче, лишний на этом празднике жизни, по-моему. Я просто хочу узнать, как они всех этих людей сюда привезли. На террористических авиалиниях, что ли, или как? На автобусе просто. Ля-ля-ля-ля, мимо. Знаешь, такие в очках с этими... Джек, не шевелись, я ничего чуть в голову не попал. С цветками на шее. Да не шевели. В гавайских мульбахах. Блин, да куда ты летишь? Я офигею вообще. Артур, это был не я. Это был не я. Ты говорил, Джек, не шевелись, а я шевелился. А убил Тёму. Это типа... Джек, не шевелись, и Артур убил Тёму, хотя думал, что это Дима. Вот так вот это работает. Примерно так, да. Так это и происходит. А Дима вообще думал, что это он убил Тёму. Открой, зайди. Давай, ты первый, я за тобой. Я пошёл. Ну всё. Отлично, он один ушел, короче, в трубу. В прошлый раз вы меня бросили, теперь я вас бросил. 10 минут 44. Идеально прошли. Чё там, сколько у нас уровней? Чё, кто кого убил? Ну посмотрите, кто хорош. Хорош. Автомат плохой был. Mm-hmm. АК-47 надо. Отряд Радуга направляется к дамбе. Ладно. Зачем ты? Интересно. После нападения террорист должен быстро остановить их, пока не будет слишком поздно. Он все еще не видно, если что. Меня? Цель и Рейн за дамбой, однако это пока загадка. Ирена Моралес за дамбой. И захожу опять. Ирена Моралес. Поехали. Покажу, где раки ночуют. Мы продолжаем останавливать террористов. Они хотят все чибургеры взорвать на банде. Они привезли чибургеры на банду и говорят, мы их взорвем все чибургеры. Если нам не дадут 3 миллиона. Так вышли. 3 миллиона гривен? За чибургер. Куда идти-то? Стадо такое, когда мы так баллы попали. Мужики, идем на запах чибургеров. Так вот они дымятся, уже загорелись половина. Ой, там пулемет. А я прям в него стою, стреляю. Знаете, меня свои еще подстреляли. Они убьют остальные чибургеры. Знаешь, таки держат один чибургер, таки пистолетом наводятся, говорят, мы его убьем. Где наши деньги? А мы такие, он же маленький, не убивайте. Ты пал за свободу чибургеров, Джек, если что. Знай, твоя жертва не напрасна. Так на памятнике напишут. Вообще жертва чибургерного восстания. Киноцида. Чибургерный киноцид. На дамбе. Чебурканидзе. Ребята, береты их вообще не убивает. Так ты на плохо стреляешь. Какой берет? Ты другим концом стреляй. Не берет, Джек! Берет на голову один. Иди. Не могу я. Берет, говорит, их не бывает. Кидает им в эти... В чипурга. Не убивает. Ох, хера. Гранату кинет. Уйди, Тёма. То есть выпендривается вот только вот гранатами, да? Чё, провалено? Да. Ты всех подвёл. Ребят, война с киборгами за чибургеры. Чибургеры не ждут, пойдём. Всё. Провалено. А чё вы мне сквозь дверь прошли? Правильно. Так и надо. Чё, дверь закрыта? Это у меня? Да, не успи. Она не открывается. Открыть? Точно. Там впаду. Отходи, я взорву. Отойди, я взорву. В смысле взорву? Дверь взорвёшь? Ну, дверь. Отойди. Оооо. Слушай, ты слеп укинул, Джек. Не, осколочно. Не, осколочно. Не, это в это... Они кидают. У меня лагает опять игра. Кинул не туда гранату. Фишком. Эй. У нас минус 3. Артур, ты один остался. Мы не рабочие, я скажу так. У нас дверь закрыта. Так открой. Все, виноваты чипы. Я вот смотрю твой экран, у тебя все открыто. А у меня Артур просто стоит, смотрит в дверь. Я и даже не двигается. Вообще, я сквозь дверь прошел сейчас. Беретами кидается в народ, короче. Вот это вот. Че, говорит, не работает. Что происходит вообще? Как вы в прошлый раз их убили, пока я здесь? Ребят, дверь закрыта, я выйти не могу. Да, насквозь проходи. Не проходится. А, прошел реально, нифига себе. Нанотехнологии в действии. Нанодверь. Чебургер! О, чебургер! Получите флешку, суки. Тёма, тащи. Так я своим кинул.
Там он сидит один чибургер. Всех тащи. Я убил. Хорошо. Мужика. Но не попал в чибургер. Так откуда? Они там прямо из этого укрытия вылазят. Все, да, все, они там тоннель, что ли, я не пойму. Укрытие для этого и сделано, чтобы из них вылазить. Так не, ну там убиваешь, а новый появляется. На всех чибургеров не хватит. Так. Там просто матка находится внутри. Террористическая. Я гранату туда кинул. Хорош. Заходи теперь. Я заходи. Хватит заглядывать, там нет никого. Пустая комната, метр на метр заглядывает туда. Ползня такой, знаешь. Тут нас убили в прошлый раз. It's clear! Ой! Ой, такой. Ой! Ой-ой-ой! Упс. А, это был нормально. Граната там! За демократию, ребят! Артур, за чибургеры! Мне пару свинца уже влетел в меня. Это было сделано профессионально. Чувакер какой-то. О, нифига, тут еще один. Эль Чувачино. Слушай, у меня тут коробка сломалась. Блин, а что мы делаем вообще? Мне пока стало двери просто открывать перед вами и все. Ой, вы просто пришли туда же, где были. Капец, меня застрелили свои же. Меня застрелили. В смысле свои же? Ты что, террорист? Да. А, меня тоже свои же, видимо. Живи. Где можешь живи, не валяй. Просто ко мне сегодня утром пришли и ко мне сегодня утром пришли и сказали, мы хотим поговорить о чипсбургере. О чипсбургере. Хотите ли вы вступить? Свидетели чиговые. Чиговые? Я за пулемет, короче. Вот мать моя. Я слег, но забрал с собой много чибургеров. А тут красные бочки, в них стоит стрелять? Да. Это нужно. Конечно. А если даже под ногами? Да. Даже если под чужими. Подвесь, Дима, подвесь. Я вышел, умер. Смешно упал. Вообще смешно так упал, да. Тёма все стекло изрешетил. Живого места не оставил. Я перезаряжаю пулемет. Это долго. У меня вообще игра не работает. Кого ты там убиваешь? У меня 5 патронов осталось. Хорошо. Тёма, ты меня видишь? Я, конечно. Господи, нет, только не граната. Граната! Смотри, Джек. Смотри, граната. Иди, это ты умрёшь. Не, да я не умру. А, окей. О, кто-то пришёл. Кто это там? Пойдем затащим. Умерли там, небось, уже все. Они по-любому не в тот проход пошли. Смотри, у них тут плохо все. Вообще. У меня есть эта карта этой секретной базы. В гугле нашел. Вы убивать будете кого-нибудь? Так мы за этим и пришли. Давайте, тащите. Они подожгли коробки с чибургерами. Тащи быстрее. Сволочи. You bastards. А я убили чибургер. Гранат! Мы же без гранат. Ну вот. Да не надо. Зажигательные гранаты. Меня кинули, я просто не мог встать, меня обстреливали, потому что меня не прикрывает никто. Я прикрываю. Кто только рядом прикрывает. Я только чипургеры вижу и все горящее. Ох, ох. Ололо. Я водитель. Чибургер мобиль. Чибургер мобиль. Смотри, там впереди, наверное, как кто-то есть. Да ты со щитом иди вперед. Я думаю, что следующая их цель будет в другом городе, и это будет Доритас. Граната. Нахера? Ну там вдруг кто-то сидит. Там мы. Если там люди сидят. Ну все, уже нет. Да если пока никого же нет. Ну вдруг он выскочил. Это переодетый террорист был. Мы переодетым террористу дали коды от дамбы. Переодетый в чибургер. А, был он переодетый был. Че, работает? Да, где мы? О, господи, все убили. За тобой. I see the people everywhere. Вообще, куда идем? Are you coming? Вот они, я нашел их. Чибургеры! А я уже за Артуром это. Граната! Не, идем, просто кричать чибургер, это неинтересно. А за чибургер, это понятно. А, за чибургер. За это ты меня и убил? А, меня, как меня убили? Я тебя убил? Да, ты меня убил. Живите, ребят. Все. For чибургер! For чибургер, да. Я застрял в стене. Я жив. Я просто из-за укрытия стрелял, я не знаю, как я тебя убил. Безнадежно. Да подвиньтесь, вы чего вот дверь загородили-то? Че ты стоишь тут там? Тут еще три есть рядом. Пьет себе вот эту вот чищобу сзади. Надо вот ему в эту дверь зайти. Да, вот в эту вот хочу просто. Сзади убили. Да и по нам мать. О, я что, да?
Все, что ли? Я стекла стреляю. Сзади не стреляет. Да все, он мертв, господи. Все стекла мертвы, хватит в них стрелять. Он такой мертвый, что еще и Диму убил. Всех нас убил мертвый такой. А, там еще один мертвый! Это называется супер мертвый. Контролирован. So dead. А это что, предпоследнее, что ли? Да. Возможно. А вы никого не потеряли? Нет. Ну ладно. Заходите. Джек, подвинься толстый. Здесь. Ты посмотри, они тут плитку неправильно положили, криво. Господи, где вы все? Идем. Я просто на плитку обратил внимание. Куда идти, наверх, что ли? Наверное, не знаю. А мы не отсюда пришли? Мне надо взять, короче, оружие. А мы отсюда пришли. Ладно. Че ты за мной ходишь тогда? Сюда. Я не знаю, куда идти. Нашел, тем нашел. Идем. Тогда я пойду вперед. Тебя убил мертвый доктор. Нет. А я говорил стрелять, а ты не веришь. Нет, доктор. Дима у меня вообще спиной вперед идет. Ему норм. Ах, убийца. Ах! Да че ж ты? Шарап и джуд! Джек опять завис, да? Yo, so dead, guys. Ты завис, не, Джек? Не, ну я как бы бегу, но я не знаю, бегу ли я на самом деле, или я на месте висю. Ты очень медленно, слопочно. В стену, вот так уперся. Пойдем угоним его. Нет, я пришел к вам, вот вы стоите. И это террористы. Это террористы были! Они умерли. Они умерли, как? Я видел глаза одного из них, они были добрыми. Я заблудился, куда идти? Форчибл, во, во, Дима, я тут бегаю, пойдем, я знаю, куда идти. Кто вижу тебя? А, это Артур вообще. Не, тебя я вижу, вот. А, да. Вот за мной беги. Граната! Вбегает Артур за стену, и там такой взрыв, я уже думал, его убили. Давай, давай, давай. Тут мужик! Да, убили его. Тихо, 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 тихо. Мы говорим на их радиочастоте. Тихо. Тихо. Доктор, I'm on the phone. Подожди. Доктор. Чё, где доктор? Уже мертв. Нет. Тихо. Он был не доктор. Тут и разрабатываю секретные формулы. Есть, сейчас выйдет этот, как его, чебургер. Главный. Чебургер, вертолет. У меня он. Нам надо их спасать. Куда он? Что? Да послушайте их диалоги. Зачем тебе это? Ребята, вы со мной все нормально? Что? Нет. Че с тобой, ты крутишься? У меня вместо оружия. Ребята, отойдите, его надо убить. И впереди такая, убить меня. Не, подожди. Они такие вдвоем даже слушать не стали, дальше убили сразу. Стреляют в лицо. У меня вместо оружия, короче, тупо рука держит воздух. Это нормально. Короче, как это, как ствол, как дулатан. Когда патроны кончаются, такое происходит. Ты типа пугаешь врагов собой. Выследите Ирену и убейте. Ой, мы до сих пор Ирену не поймали. А, она типа этот. У нее рецепт чебургера. Да, на мексиканский манер. Точно. Это запрещено. Оля халапеньос там и что-нибудь такое еще спрятано. У меня все так суперски. Менендоса. Пошел. Смертельный палец. Главное говорить. Типа что у него руки вместо оружия, а он пошел вперед. Смотрите оружие. Дима, ты же сумрешь. Че вы открываете, то обе двери сразу простреливается же. Я умер. Вот, вот. Две секунды еще. Так нормально, что там? Своим постреляли. Убейте. Это было быстро. Воу-в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 оу. Граната! Не ходим, ходим, Артур, входи, входи, входи! Я обосрался. Простите, бумага есть у кого-нибудь? А похоже. Все, что ли? О, смотри, тут как это, Джеки Чан, Супермен наоборот. Граната! Блин, не бустер, да, так что, походу. Настоящий. Справа, слева. Что произошло только что? Осторожно, враги. Вот. Я лысого какого-то убил. Правильно. Так, как. Давай, души лысых. Я умер. Убил лысого, умер, понял? Застрелил. Щит. Ой, простите. Щит, фак. Граната. Понимай никого. Куда граната? Там я был. Наверх. Сверху уходит. Сверху. Ну я наверх и кидал. Еще один сзади там.
Мёртв. Ну типа, а, ну, типа сбоку. Все, он убит. Все, там еще один бегает. Готов. Рядом со мной прям. Ну, ну круто, все убили, вообще ничего не понял. 2 метров. 18 еще, 16 секунд, поэтому... Дайте. Я не скоро еще. Нам, кстати, вообще в другую сторону. Сюда идем, эти за мной идите тут, лесенка. Да вот за мной. Сюда иди. Сюда. А я иду за собой. Сюда подплыл. Давай, оживляйте меня уже, я не могу уже. Меня уже демон отбыли. Да не ходи туда, демон! Я ее прямо в тебя, короче, откатал. Я не успел. Это такой эпичный кадр. Но он же сказал, не ходи. Сказал уже, когда кинул. Я так тупо умер. Ну, я точно не умру, потому что я заблудился. Я с тобой слежу, такой... Я умер. Наверх, наверх, Джек, наверх. Ага. Все, понял. Да блин, со стены все время! Так естественно. Это я, да куда вы? Пипец, пришел помогать ему, убивают. Что тут делал вообще? Так я сзади шел, говорю же, я запутался. Какой высоко. Давай, кто это? Да подвинься, Джек! Че, поможет там кто-нибудь, нет? Не, не. Мы сейчас справа обойдем. Там нема уже никого. Тут вообще какой-то выход на улицу, оттуда? Считаю, вообще не дал. На улицу? Да, на улицу. Не поддержи. Рядовой потещик. Кто кричал? Рядовой чебургер к службе готов. Reporting from duty free. From duty free. Господи, что с ним? Он не туда стрелял, он какой-то наркоман. Девочка, он. Вот где они бегают, я не знаю. Идут. Минус 2. Куда ну идут? Вы внизу? Вы вниз спустились? Минус 26, ребят. Ага, понял. 48, нам счету слева. О, я вас нашел. Красава. Я вас не нашел. А чё, куда? Вниз? Ну, естественно. Подождите, так это же тот же проход, к которому я подошел и подумал, что это не тот ход, и я сделал опять кровь. Стройка, парни. Это не Вегас. Rainbow Six это... стройка. Rainbow 6. Battle for Cheeseburger. Чибургер. Вот как эта игра должна... А, да, чибургер. Опять сейчас в свою очередь не убил. У меня тут темно, кипит. Так, флешбэнг! Ничего не вижу. Да, не стойте все в проходе, продвигайтесь дальше. В каком no, проходе amo. Вообще? Зря я туда пошел. Я тебя тут больше не слышу. Ты нашел кого слушать тоже? Вообще не грамотный тактический парень. Тактически грамотный, единственный. Вот пока я стоял там, проходил, убил пещеру, только пошел дальше, сразу умер. Да подвинься ты с дороги, вон она за ящиком стоит, убивает всех. Так иди, ты ж со щитом. Ну блин, так не пускайте меня. Так правильно, ты ж умрешь. Логика очень проста. Все, я пошел. Очень проста. Ну чё долго вас ждать? Ну чё, ну там? Давай так, кнопки, чё ты снишь? Пройдите миссию, потерялся. Всё, пошли дальше. Куда? Наверх? Какая разница, дальше просто иди, всё. Джек, воу! Вот ты прикольный. Потерялся. Вот это меня срезали. Не беги вперед! А, да пипец, он конченый. Не падай в шахту, Джек. Но я там решетка. Ты выживший, понимаешь, сейчас на тебе все отреспавнятся. И где мы? Куда идешь? Я жопа какой-то стрелял. Так правильно все ты идешь. Не туда, Джек. Но туда, да. Все, он упал. Там еще много мужиков. Слушай, а здесь советская стоит установка вот эта. Ракетная. Ну так что теперь? То ну, есть вот это не чизбургер? Это даже не чизбургер. Это плохие русские. Это чибургер. Это рубургер. Рубергер. Рублербургер. Шутки становятся Рена. Елена Моралес! Странно вышло. Словили нас. В смысле? А куда она ушла? Пойди ее. Непробиваемое стекло. Вообще-то надо вниз прыгать по веревкам, нет? Ого, пробал. А, ну ладно. Елена Моралес! Хватит, тут налево всякие. Граната! Не ходи туда! Ух, ни хрена! А, окей, пусть умрут. Все, нормально. А, нет, выжди. Парочку убил, там я что-то херещик. Я на русском слышал фразу. Что ты будешь делать, да? Я так не могу никого убить.
Хедшот! А, нихера не вижу! Граната! А, Дима просто умер, я умер. Так... Как вообще? Я не понял. Второй этаж! Это Хелена? Я пойду втащу, потому что я лагучий, меня точно не убьют. А уже это все, уже убили все убивать. Маленького. Гранату еще кинул. Еще одну кинул. Да откуда ты острый? Гранату у вас, гранаты, кайте, парни. Ой, мы убили всех. Иди туда, мы всех убили. Ну давайте, иди сюда, здесь. Нет, мы идем сюда. Что творить? Слушай, а мы Ирену Моралес убили, нет? Мы ее ищем, мы ее не убиваем. Отряд Радуга успешно спас доктора и устранил Ирену Моралес. Я же говорил, она была там. Ну, я ходил по коридорам, я не знаю, кого там. Она была на балконе. Дайте мне, пожалуйста, выбрать нормальное оружие. Сеанс игры недоступен. Да, потому что ты вечно погибаешь, ты играть не умеешь. Я проверил. А что он сказал? Mission accomplished, по-моему. Да? Зашли игру. Что произошло, я не понял. О, лифт приехал. Ах, стату нам подпортил. Террористы, короче, такие открываются, дверь там. Ты подпортил. Тупо трупы, мясо такое. Мне кажется, он работает на террористов. Мне кажется, он за уничтожение чимбургеров. Да хорош! 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 Неправда, хорош! Спасибо, Тёма. Спасибо, Тёма. Чё, кто кого убил, я не понял. Я думал, меня сейчас тоже завалят. Стрельба не началась, мексиканская дуэль не состоялась. Я понял, тут главное стрелять вторым, а не первым. Я пошел вниз, я не знаю, куда вы пошли. Я тоже туда пошел. Я иду на запах чебургера. Я еще не стрелялся. За мной кто-нибудь, идите наверх, нет? Тёма, я иду на запах потных носков. Отлично. И чебургера. Это оно. Ой, 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 машина ракету запускает. Машина ракету? Машина ракету запускает. Пацаны на УАЗике совсем же, что ли? Пацаки на тазике. Смотри, мы на улицу вышли. Да, мы вышли, а он куда-то там вообще не туда ушел. Он умер там. Вот нормально. С другой стороны. Яй, твой. Они что там пикают-то? Реально, ракета сейчас запустится. Стреляйте по ней, чтобы тут взорвалась. Так не надо взрывать ее, нужно убить. Быстрее, она уже запускается, пацаны. Стреляйте прям в боеголовку. Я делаю Джеймса Бонда. Так что, обезвреживать это будет кто-то, нет? Я обезвреживаю. Давай, 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 только плюс прикрывайте, получается. Блин, не трогайте ее, потому что вы блочите мне все. Я гранату туда кину. Еще. Я тоже. Справа тут стоял, не себе. Ты точно туда кинул, Джек? Ну я куда кинул, я глаза закрыл и кинул. Какая разница? Ракета улетела. Но мы-то были уже мертвы, нам пофиг. К ракете скотчем, коробка с чибургерами привязана. Они хотят на Луну отправить. Чибермакнакер какой-то. Ракета летит на чибургер. Чибермакнакер. Накеры. Кнопки вообще не нажимательные, какие-то пиксельные. Пошли на запах. Обходим тактически. К черепашкам ниндзя давай забежим. Да, давай. У них-то пицца, у них не чибургеры. Ой, я вас шаг одел. Смотри, вот там они живут. Я даже спринтера видел, походу. Ни хера никого не видать. Да конечно. Во, мы спринтера видели. Вот мертвый лежит уже. Работа спринтера. Все чисто. Оп. Нет, я брал. А нет, я. Не-не-не. Обезвреживайте эту херь. Обезвреживайте уже, господи. Можешь сначала все убить граната, вокруг. Граната. Таймера же нет. Это флешка была. Ой, нет, это была пакостная. Не зажигательная была, это пакостная была граната. Ну это хорошо, конечно, да, колеса учили машину взрывать. Она пикает, 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 да нажимайте кнопочку. Пустите меня! Убейте всех, нажмите кнопку, давай, пустите давай, меня. Отличная команда. Уходим, 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 уходим. Я только херню какую-то поставил. Да куда уходить, если ты ее разминировал? В смысле? Я на нее поставил С4. Подожди, я подойду, посмотрю С4 это или нет. Заминировал. Она улетела! Ты куда ее отправил? Взрывай, 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 взрывай. Ты африканским детям чибургер отправил? Перепрограммировал, да? Вот так вот, видели? Вот это вот я сделал.
Значит, а теперь главное определить, куда придут чизбургеры. Наверх. В смысле, вот это вот все, вся миссия? Минута 48. Мэр Лас-Вегаса поблагодарил ответ Радуга за спасение города. Это концовка. Спасение дамбы, да, и Мексики. Отлично. Победа. Просто. Какая логика? Ящик гамбургеров, чизбургеров. Все, мы прошли игру? Да. Ну, да? Всем тогда пока. Та игра была. Вегаса вообще миллион было уровней. Целых два. Целых два. И строек почти не было. Во второй части, наверное, знаете, там типа африканские дети получили груз чебургеров, короче, и отвоевались. Смотри, мы же вторую часть запускали про Вегас. Там вообще в каком-то снегу бегали, в горах каких-то. В России. Ну, значит, чизбургер в Россию близко. На Сибири нашли чизбургеры, которые с метеоритов упали. 20 миллионов лет назад. Точно. И теперь они владеют миром. Короче, ладно, все. Хватит. Все, всем пока.